Каково это – работать на бестию? Нормально. И все? Нормально? Хочешь узнать про бестию? Спроси бестию. Она с удовольствием тебя просветит. Слушай, Никс, я тут нашел Деку Бартмаса. Что еще расскажешь? Небось и пленки Тьюринга заодно? Я серьезно. Сам посмотри. Ух ты! Ни хрена ж! Ви, это как? Ты где это намыл? Да так, в холодильнике за городом, под гниющим трупом прежнего владельца. Да, Бартмас в своем репертуаре. Дозор его искал и в Шанхае, и в Лахоре, и в Сантьяго. А этот засранец сидел в сети и мог бы еще долго продолжать свои дела, если б питание не вырубилось. Из нее реально что-то вытащить? Само железо разваливается, плюс там конденсат. А память, небось, зашифрована так, что... Давай без подробностей, возьмешься или нет? Могу попробовать. Весьма вероятно, что ничего из этого не выйдет. И тогда инфа будет потеряна. Навсегда. Ну, кто не рискует, короче, делай. Ладно, клади Деку на стол. Только осторожнее. На, держи. На, держи? Вот так? Без всяких церемоний? О, Ви, простая ты душа. Найди ты святой Грааль, насыпал бы в него орешки. Ладно, приступим. Данные повреждены, но не все. Пароль. Попробую брутфорсом. Не, не вышло. Раньше вообще было принято инжектить вредоносный код. Ха! Порядок! Остался последний барьер, но вообще-то как-то все слишком просто. Уж кто-кто, а Бартмас мог бы и заморочиться. А, бля, жопа, пиздец! Давай, Ви, думай быстро. Пара минут, и его мозг поджарится до хрустящей корочки. Окей. Ничего ж сложного. Да.
Вообще ерунда. Подумаешь, дека самого крутого хакера 21 века. Хочешь сам попробовать? Порядок. Чтоб тебя. Ну, живой? Вроде как. Только в череп горящих углей насыпали. Так, а что случилось-то? У тебя начались судороги, свет погас, и все заискрило. В общем, пришлось брать дело в свои руки. Стоп, стоп. То есть это ты взломал деку Бартмаса? Сам? Да мне просто повезло. Ага, еще скажи, что новичкам везет. Ладно, посмотрим, что ты из этого артефакта вытащил. Логи, почта, старые переписки. В принципе, любопытно, но ничего особенного. А, жаль, конечно. Ну ладно, я все равно покопаюсь в файлах. Вдруг найду что-нибудь еще. Слушай, вообще мои услуги обычно стоят немалых денег, но в этот раз я у тебя в долгу. На вот, возьми. На этой щепке пачка демонов. Их, конечно, не Бартмас написал, но ты все равно возьми, вдруг пригодятся. Спасибо, Никс. Ты как? Ничего, оклемаешься? Может, помощь нужна? Не-не, все в порядке. Выпью пачку болеутоляющих, полирну вискарем и буду как новенький. Я уснуть не могу. Все наладил. Наконец-то. Привет. Пойдем. Пора объяснить этим малолеткам, что их 5 минут славы закончены. Привет. Ну чё, какой план? Ясен хуй. Заходим в клуб, находим гримерку этих блядей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Главное, чтобы меня не узнали. Не собираюсь делать им бесплатный пиар. Ты им и так его устроил. Их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы. Так не выебывайся, а? Лучше скажи, как мы туда зайдем. Пошли пройдемся. Ви!
Чувак, ты за сектор Д столько просишь? Серьезно? Ты сейчас ищешь дурачков. Почем у тебя билеты? А потом... Что я тебе говорил? Отдам по дешевке. Всего за тройную цену. Никто тебе столько не забашляет! Никто! Подавись своими билетами. В жопу себе их засунь за такие деньги. Нет, так нет. Нам надо пройти за сцену. Пропуска. Писали, что им нравится дорогой чай. Может, сделать... Заходите. Из которых натяжки. Да, тогда она точно нас запомнит. Вот это будет охренеть. Ты прикинь, через несколько лет встретишь с ней на улице. И она такая, о, это же дети. Ёбаный японский символ. Откуда я должен знать? Что куда вставляется? Рони, наверное, пошлют. Ну нахер. А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы еще кредит не отдали за его импланты. Не печалься. Мы его посадили, когда ты ехал в год. И смотри, без... Слушай, извини, но диета сейчас бегает на... У нас сегодня мигури? Или это Special Boy из благотворительного фонда? Ну, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэрри Евродин? Кэрри Сан? Кэрри Сал! Я вам покажу благотворительный фонд! Фи? Короче, это какое-то недоразумение. Сейчас все выясним и разбежимся. Кэрри Сан, что случилось? Мы же все обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово «старый» сейчас уже ничего не значит. Да они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. Так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с MSM на песню Кэрри Сана «User Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Ну, мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачик? Он даже меня не спросил. Пиджак, блядь, обосранный. Послушайте, Кэрри Сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мертв, но Кэрри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Очевидно же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится.
Мы поговорим с лейблом, Кэрри-сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдем, Ви. Кэрри-сан, а можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. Ты похуй. Ви, щелкни нас. Скажите, Синтасыр? Я не могу просто, ну что это за хуйня, сейчас ты позы специально тут так еще одна. Сука. Я не могу, пипец, вся, хватит. Все, наверное, этого хватит. Спасибо, Кэрри-сан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? Правда? Ви, ты это, иди, я тут задержусь. Сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Кэрри-сан, может, мы... Не знаю. Расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Не. Говорить о музыке — это как ебаться на грядке с настурциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно до такой степени, что аж зубы сводит. По-моему, настурции красивые. Они хотите послушать, что мы сейчас пишем? У нас столько материала! Не-не-не-не-не, давайте не будем забегать так вперед. Мы не настолько давно знакомы. Блин, тогда послушайте. Вот эту. Я вам только что отправила. Ну, я бы сказал, не безнадежно. Название, кстати, мне нравится. Метафоричное такое.
тебя воняет. Сюда поболтай. Достала не всю инфу, сука. Дельца есть. Перевозка груза. Ну, знаем, доставить кое-что из точки А в точку Б. Да хуя. Тихо и быстро. А толку-то, если непонятно, сколько их сидит в этом бункере? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки, забираешь груз, звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Да, только с оплатой непонятно. Не переживай, гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлин. И без подробностей, да? Именно. Ты не боись. Деньгам не обижу. А дельце-то ерундово. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договорились. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью «Будущего нет». Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше делать. До связи, видимо. Досталось бедняге, но живой. Ну-ка послушаем, что скажет. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Мог бы и сказать, что твой груз — это человек. Был бы ящик бананов, поручил бы дело почтальону. Хорош ныть. Ну и кто он? Мексиканский посол. Тебе-то какая нахер разница? Я приготовил для тебя тачку. Клади парня в багажнике, двигай на север. Координаты в навигаторе. Окей. И еще кое-что. Остерегайся, тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что ты сказал?
Блядь, трубку бросил. Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну как ты там, Харуёси? Денис, дать мне надежду. А, ты вернулся? На чем мы остановились? Ну и что это за тип? Он тебе сам расскажет. Харуёси. В Японии нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Босс тигриных когтей нужен операция. Я делал операцию. А он умер. Тигриные когти стали злые. Я прятаться в лодке, плавать в Америку. Денис, меня спасай. Но вот тайна. Я убить босс тигриных когтей нарочно. Я хороший хирург, лучший. Я не ошибаться. О тиграх стоило бы предупредить заранее. Да ну, я ж знал, что ты и так справишься. И не ошибся, раз вы оба здесь. Это все трогательно, но как насчет за работу заплатить? Да, да, вот. Прими это в благодарность.
Как, говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Херасе. Обнаруженная террористическая деятельность. Ну ты под... Надо бы осмотреться. Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? С переменным успехом. Ничего нового. Ты звонишь узнать, как мои дела, или... Не только. У меня к тебе просьба. Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм.
Ты меня заинтриговала. А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала. Придется поднапрячь воображение. А ты знаешь, как ко мне подкатить. О, то ли еще будет. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо Коронадо есть дамба. Знаешь? Да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькое заброшенное бунгало. Приезжай туда на закате. То есть... это свидание? Ты не в моем вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать. Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тир, призы, все дела. На стрельбище у меня. Да уж я догадался, где. Милое местечко. Ну, ага. Ты же вроде не любишь шумные тусовки. Ну, у нас тут не особо шумно. Короче, на мели. Вот пытаюсь клиентов привлечь как могу. А мог бы просто продавать фабричный огнестрел. Не пришлось бы часами корпеть над каждой мелкой пукалкой. Ви, давай без оскорблений. Конечно, в деле. Когда? Так прям сейчас. Гони сюда, мы тебя подождем.
Ни хрена ж. Все в порядке? Лилит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Ви, тут что-то не так. Надо бы осмотреться. Террасе.
Заберитесь, не живо!
Привет, Ви. Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. А что там у Шельм? Сходки, идеи? Все как обычно, да? Не знаю. Я с ними почти не пересекаюсь. А что так? Да ничего нового. Бесят они меня. Вот и все. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами и придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать, если ты не против. Как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных. Но, как ты понимаешь, получилась херня. Наверное, все спуталось. Интерференция, белый шум. Ага. Эффект был, как в плохом артхаусе. Но я же упоротая, я так легко не сдаюсь. Потом я все-таки вычленила отдельные чувства. Хотя и не сразу. То есть главное загрузить их на отдельные нейродорожки? Неплохо. Ты там чего-то себе напридумывал? А что мне надо делать? Ничего особенного. Просто писать для меня брейн-данс. И все? Ну погоди, что значит «и все»? Может, это будет моя лучшая работа за всю жизнь. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть мы будем писать в доме? Нет, мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пусть ищет другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Что тебе не нравится? Не знаю. По-моему, сама идея тупая. Я как подумаю, насколько там темно и глубоко, у меня сразу на лбу, которого нет, выступает пот, блядь, который я не выделяю. Ты можешь просто остаться на берегу. Конечно, в игре. Супер! Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Окей, переодевайся, салага. Давай установим тебе скроллер. Вода ядовитая. Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы. Классно смотришься в гидрокостюме. Даже не пытайся. Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать. Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь, а может и нет. Я готова рискнуть. Ну ладно, погнали. Ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Не отплывай далеко и старайся погружаться медленно. Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Как я понимаю, вирты для тебя не просто способ срубить бабла.
Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Ну, для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно. Искусство — просто триггер для эмоций. А брейн-данс — это и есть сами эмоции. Посмотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне еще кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу. Надо, чтобы звук был идеальным. Отплыви подальше. Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо. Звучит как-то так. Ладно, синхронизацию мы закончили. Все, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Погружаемся. Еще 15 лет назад тут жили люди. А что с ним случилось-то? Почему его затопило? Кому-то это было выгодно. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестал существовать. Зачем ты это мне показываешь? Хочу получить определенный эмоциональный отклик. Мне кажется, это идеальное условие для эксперимента. И почему они идеальные? Потому что я надеюсь, что ты воспримешь весь набор чистых эмоций, которые рождает у меня этот город. Они должны вызвать у тебя какую-то реакцию. Вот ее я и хочу уловить. А мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. Мне ушло много лет, чтобы на это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея казалась мне странной. Thank you.
едальня в городе. Она же единственная. Бургеры были так себе, слишком жирные. Конечно, это я теперь так говорю. Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может. А рядом там мы жили. Соседняя дверь. Я и дедушка с бабушкой. Скажи, когда захочешь двигаться дальше. О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной. Так-так. А для тебя вкус детства – поджаренные маршмеллоу. Они почему-то постоянно подгорали, но тебе это не мешало. Закон кочевой жизни. Тот, кто привередничает, остается вообще без еды. Хотя для меня любое блюдо становится вкуснее, если оно с дымком. Странное место для фото в рамке. Там вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Не то чтобы. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно! У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту. Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем. Иду! Сейчас мы им наваляем. Ты будешь со мной встречаться? Извини, я побегу. Меня зовут. Вот, возьми камеру. Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастать илом. Ого, спасибо. А где твои родители? Своего отца я не знаю. Мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я ее не помню. Когда смотрю на ее фото, я вижу чужого человека. Джуди, Джуди, сирота на блюде. Она раз такая бедная, что и даже на родителей не хватило. Что это было? Какие-то голоса. Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя. Расскажи про своих дедушку с бабушкой. Они тебя любили? У деда была техническая жилка. Он меня всему научил. Он еще всегда такие истории рассказывал. Я могла сидеть и часами его слушать. А бабушка была взрывная. Быстро злилась и моментально остывала. Взрывная, говоришь? Ясно. Судя по всему, у вас это по наследству передается. Понятия не имею, о чем ты. А куда они переехали? В Найт-Сити? Да, на пару лет. Сняли ту квартиру, которая сейчас моя. Но этот город они терпеть не могли. Переехали потом в Орегон. Я их иногда навещаю. Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени. В каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Вода в бутылке.
5 баллов, Джуди. 5 баллов. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила, и выглядели не намного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсих. Посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Да, немного представляю. Ха, а церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Чё, думаешь, я туда ходила? Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Стала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. И тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень стыдилась того, что мне нравится одна девчонка. Женя Чапман. Пожалуйста, прошу тебя. Ну, ёб твою мать. Ты жив. Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно, не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал. Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то чтобы. Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трюк. У нас... Сложно. Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину вести не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет?
А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из Лагуна Бенд. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? С молоком и сахаром. Любишь все и сразу? Ой, забыла включить генератор. Генератор? А что дальше? Джакузи? Финская сауна? Нет, но водопровод работает. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. Жалко этих людей, которые из затопленного города. У кочевников много таких историй. И вначале каждый всегда у кого-то отнимают дом. Готово! Все, можно открывать твой спа-салон. Будь осторожна. Конечно. Черт. Джуди! Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет, ничего. Ты думаешь об Эвелин? Майка держит облака на коротком поводке. Каждую мелочь утверждает сама. И? Я говорила с куклами. Они не видят никакой разницы с тем, что было раньше. Ничего не поменялось. У меня ощущение, что мы просто зря потратили силы. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Телка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Чем тебе не нравится Джуди? Ты видишь, как она заботится о людях и чувствуешь себя самовлюбленным мудаком? Она какая-то ебанутая. Отказывается выйти в дверь, выпрыгивает в окно, а потом ломает ноги и изображает удивление. Признай, она напоминает тебе Альт. Да ёпту, нет. Альт и наши с ней отношения — это, в принципе, другой уровень. Давай свалим отсюда нахуй, а? Пойдем уже отсюда. Ну ты как, готов? Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся.
посидишь со мной немного? Я, наконец, сварила тебе кофе. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал, а теперь выплевывает. Какого хера, Джуди? Ты что, реально уезжаешь? У меня был однажды странный разговор с куклой. Мне говорили, что надо сражаться. А я все думал, за что? Сейчас я, наконец, начал понимать. За дружбу, доверие. И ты говоришь мне, что уезжаешь? Ну, мы же с тобой будем общаться. Дай мне руку, Ви. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Привет, Ви. Киберпсихов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга. Керри, привет. Есть какие-нибудь планы на вечер? Отменяй нахуй. Жду тебя в темной материи на Вудланд. Ты можешь не знать это место, они себя не афишируют. А какой повод? Аскракс? Мы же еще не отметили нашу маленькую победу. Подъезжай с черного хода, охраннику скажешь, что ко мне, он тебя пустит без проблем. Не опаздывай.
What happened to Kay? Yorko was holding Mother out to the war. Maybe he disappeared. Лихорадка. Лиззи Уизи начнет концертное турне с Night City. Всемирно известная певица скоро посетит наш город. Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитным рейтингом выше 700 пунктов. Остальные фанаты смогут посмотреть выступление при помощи домашних визоров. И это все новости на сегодня. До встречи, Night City! Джина, как бы ты описала Уотсон? В двух словах. Кабуки построили японцы, но живут тут в основном китайцы. Нордсайд сиял хромом, а теперь весь проржавел. У нас тут целый аквариум корпоратов. В прямом смысле. Понимаешь, что это значит? В двух словах не уместить. Вот это Уотсон. Как там дела с Максом? Ну, не просто. Еще бы было просто. Он, небось, не в восторге от того, кем ты стала. Ну, знаешь ли, я тоже много от чего в этой жизни не в восторге. А вот как-то претерпелась. Что он собирается делать? Я думаю, он и сам не знает. Ты раньше где-то в СМИ работала? Догадаться нетрудно. Но ты молодец. Наблюдательный. Почему бросила? А кто сказал, что бросила? Информация – это оружие, Ви. Я просто сменила калибр. Ты мне что-то хотела сказать. Да,
Спасибо, что серьезно подошел к делу. Ты дал большинству киберпсихов второй шанс. Я знаю, это было непросто. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может, я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. Ты мне что-то хотела сказать. Отчет.
気候を楽しんでいますか？ナイトシティの今月の平均気温は安全レベル内で推移しています。 Matters. With Angelique Cosmetics, you can be anyone and have anyone. Извините, этот лифт не... Не работает даже для гостей Керри Евродина? У меня с ним встреча. Что ж, тогда желаю вам приятного вечера.
просто... Ви! Это Ви, мой помощник. Ви всегда появляется в тот момент, когда мне пора сворачиваться и убегать. Простите! Ви, Ви, один вопрос. Каково это, общаться с Керой Евродином, живой легендой? Что ж, как вы можете догадаться, это легендарно. Но пикантные детали я вам не раскрою. Спасибо большое, но мне правда пора бежать, мы уже опаздываем. Пошли. Или ты хочешь еще 10 интервью дать? Любовь с первого взгляда? Много разных лиц и много разных начал. Хочу тебя кое с кем познакомить. Ви, это Спектр, мой хороший друг. Познакомились с ним в Мемфисе 1000 лет назад. Привет. У него мощный товар. Можешь даже по знакомству получить скидку. Конечно, мистер Евродин. Для ваших друзей особая скидка. Скажи, что ты подаешь. О делах потом поговорить. Ви, пойдем, покажу тебе кое-что. Поздравляю, Кер. Шоу удалось. Худшее позади. Планируем следующую миссию Керри Евродина. Покушение на Ковачика? Очень смешно. Ну да, я ему это еще припомню. Может, не сегодня, не завтра, но этот сукин сын обязательно пожалеет о том, что уболтал меня подписать все эти контракты. А ты пробовал разорвать контракт с лейблом? Нахера? Нет, ну серьезно, ну разорву я этот контракт. Че дальше? Кто будет издавать мои новые альбомы? Кто займется дистрибуцией, раскруткой, инфлюенсерами, прессой? У лейблов все схвачено, а если ты не с ними, ты просто дрочишь на обочине. Зато ты свободен. Ага, свободен. Свободен орать хоть до посинения, потому что никто не услышит. Это просто еще одна крайность. Сейчас покажу одно из моих любимых мест в Найт-Сити. Я сюда прихожу редко, но если прихожу, то не случайно. То есть, мне повезло? Может быть. Я сказал им больше никого сюда не пускать. Обожаю этот вид. Обожаю смотреть на город сверху. Как? Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. А на утро понимаешь, что ты никто. Керри, тебя что-то тревожит? Расскажи. Я все думаю, о чем мы с тобой говорили в Кальенте. Про рабов корпорации, Аскрекс и про тебя? А, я был с тобой не до конца честен. Да и с собой тоже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда. Поэтому он ушел из самурая. Блин. Джонни думал, ты ушел из самурая, потому что струсил, не выдержал давления. Да, я знаю. Он ошибался. Я просто решил бороться сам за себя. Я до сих пор борюсь. Найт-Сити полон теней. И я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Значит, просто перестань бояться. Зачем тебе это? Думаешь, сможешь разогнать эти тени?
Я защищу тебя даже от тебя самого. А он... Тебя это волнует? Нет, уже нет. Фу, блядь, мне зря отправиться, блядь, полвека, фу, блядь. Как? Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. А на утро понимаешь, что ты никто. Керри, тебя что-то тревожит? Я все думаю, о чем мы с тобой говорили в колье. Про работу. А. Я был с тобой не до конца честен. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда. Поэтому он ушел из самурая. Бля. Джонни думал, ты ушел из самурая, потому что струсил, не выдержал давления. Да, я знаю, но он ошибался. Я просто решил бороться сам за себя. Я до сих пор борюсь. Найт-Сити полон теней. Я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Мне еще нужно что-то доказывать этому городу. А тебе-то? Ты всего добился. Город твой. Чего тебе бояться? Я напомню тебе этот разговор, когда войдешь в мою лигу. Думаешь, это возможно? В этом я уверен. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город, за себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Окей. Пока. Немного занята.
Allez, dans l'autre bord, grosse là. Y a pas de nous. Цезарь, а тебе разве не нужно сейчас выбирать коляску? Рожаем завтра. Время еще есть. Привет, лосиха. Смотрю, ты не скучаешь. В следующий раз я тобой пол подотру. Увидишь. Ага. Ну вот и наша звезда вечная. Автографы даю после боя. Да? А я после боя обычно иду бухать. Погоди-ка! Это ты, что ли? Ви! После боя тебе разве что больничка светит, если вообще кости соберешь. И что же такой серьезный чемпион делает среди любителей? Неужто с деньгами напряг? Совсем наоборот. У меня их столько, что не знаю, куда девать. В этом-то и беда. Я начал с низов, вылез из говна, а теперь высоко забрался. Людей это бесит. Фанатам нужно постоянно доказывать, что я все тот же простой парень, каким начинал. А ты? Ну, просто не повезло тебе. Ага, простой парень. Сидит в вип-зоне, жопу на кожаном диване плющит. Что-то слабо верится в эту историю миллионера из трущоб. Зря ты меня недооцениваешь. Да не смеши ты. Один удар в челюсть, и тебя в дугу согнет. Мой результат на ринге – 47 побед, из них 20 нокаутом, 0 поражений. И ты станешь 21-м, это я тебе обещаю. Вик, что ты тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года? Весь город гудит. Так что ты не подведи меня, давай. Thank you.
Так и что теперь? Ясное дело, что. Ха. Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Хьюза Бритвы. Небось, знаешь такого? Знаю такого. Гора мышцы и самомнение выше гор. Это, знаешь ли, нормально для трехкратного чемпиона в тяжелом весе. У меня есть шансы? Ха. Хороший вопрос. Ты крутой, Ви. Очень крутой. Но этот парень, он прямо киборг. Углеродное волокно, титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников Найт-Сити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Но если уж совсем честно, шансов у тебя малова. С другой стороны, может, оно и лучше. Если Бритва все равно победит, чего бы не заработать на его победе? Выкладывай. Только не здесь. То, что я сейчас скажу, должно остаться строго между нами. Давай без лишней драмы. В чем дело? Короче, на чистоту. Я понимаю, что в спорте нужно играть честно, но жизнь — штука сложная. Менеджер нашего чемпиона хочет, чтобы он был на высоте. Чтобы весь город гудел про этот бой. Это я к чему? Пропусти пару ударов, сработай не в полную силу. Мирно перейди горизонт. Сколько? До хера. Больше, чем получишь за победу. У каждого своя цена. Купить меня тебе денег не хватит. Ну, дело твое. Это ведь не меня сейчас на... Все, короче, пошли уже назад, а то люди смотрят. Извини, можно тебя на пару слов? Надолго нет? Конечно, в чем дело? Ни в чем, а в ком. Мой папа с ним как-то дрался. Давным-давно. Когда Бритва только начинал. Папа свалился в третьем раунде. Я тормознул бой. Только Бритва не остановился. 3 минуты еще калашматил. Папа выжил. Могу представить. А дальше что? Ничего. Конец. Просто... Поэтому ей... Спасибо. Так, ну что, вы готовы к бою? Что? Один раунд, и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Так, ну что, начинаем? Я готов. Отлично. Дамы и... Господа, жители Найт-Сити, сегодня в бою сойдутся Хьюз Бритва и Винь! Ну, по своим углам! Ви, здорово. Как настроение перед боем? Отлично. Прям руки чешутся. Хороший настрой — это уже половина победы. Да, только вот одним оптимизмом ты Бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Это как понять? Парень — настоящий танк. Реал скин из нановолокна, ударопоглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. Да погоди ты, блядь, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса. И они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Я это запомню. Соперники готовы? Начинаем? Можно начинать!
Да, начинай. Тренировки не забивай. Так и знал. Меня может победить только лучший боец. Ну что, блестяще? У меня отличный тренер. Поздравляю. Ты молодец. Вот прямо от души. Это настоящий бокс! Ага, ну да. Зашибись, все прошло. Бритву просрал. Сколько там? Ну, 1200 точно. Ну что сказать, я хорошая актриса. В смысле актриса? То есть ты всю эту историю про отца выдумала? Не понимаю, о чем ты. Ладно, мне пора. Да уж, стоило догадаться.
Congrats, Trailer Mall. Everything you want under one roof.